Ми продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону. У нас зараз буде бесіда з двома дуже глибокими людьми, людьми, які вміють аналізувати не тільки реальність, а й перспективи, майбутнє. І тому із задоволенням представимо їх вам. І прогнозувати весь світ. Давайте спочатку оголосимо тему, і потім вже запросимо наших шановних гостей до розмови. Отже, ми будемо говорити про світ і майбутнє світу. Світ кипить, як каструля, і багато країн відчули, що так, як раніше, вже не було. І не буде ніколи. Саме від подій в Україні починає мінятися поведінка Китаю, поведінка Ірану. Залежить доля НАТО. Події в Україні змушують світ сумніватися в необхідності ООН в такій формі, в якій вона існує. Питання функціонування Червоного міжнародного хреста і так далі. Але ми звикли дивитися тільки на те, що у нас відбувається в країні. Нам не завжди цікаво, що в Китаї, Африці, Центральній Азії, бо вони здаються дуже далекими. Але, як виявляється, вони зовсім близько. Світ стає тіснішим, і ми часто не помічаємо, які зміни події в Україні викликають по всьому світу. От про це ми хочемо поговорити. Як велика війна в Україні розбурхала світ, які зміни в яких регіонах вже почалися, яке відлуння цих подій ми маємо чекати, аби не прогавити те, що відбувається завдяки нашій країні. Отже, давайте саме про це говорити з нашими прекрасними гостями. З нами сьогодні Петр Кульпа, директор програм школи Міністрівської школи державного управління, колишній заступник міністра економіки Польщі. І Андрій вітаємо. Бузаров, міжнародний глядач. Добрий вечір, панове. Вітаємо, пане Петре, вітаємо, пане Андрію. Раді вас бачити. У вас відкриті мікрофони, ми можемо говорити в чотирьох, але слухати нам важливо вас двох. Тому хотілося б почати, в якій Україна зараз точці? От Максим сказав, що все розбурхалося, все кипить як каструля. Треба знати свою точку, своє місце зараз. Де ми опинилися після 8 місяців війни, після того, як світ зарухався, після того, як відбулися певні процеси і інтеграційні, і навпаки? Де ми зараз? Господин Андрюк, гостю передам слово. Хорошо. Считаю, что мы находимся на стороне победы. Война выиграна, и просто нужно время, да, чтобы это почувствовать. Время нужно, потому что Россия превращается в Северную Корею, и война ей нужна, чтобы превращать собственное население в севернокорейцев просто. Нужно как лезвие в мясорубке, которое будет давать возможность всех несогласных перерабатывать на мясо. Вот на сегодня такая функция. Просто Путин позавидовал соседу Киму, где прави династия 80 лет, где на попередника никто не сбрасывает вины, где дети наследуют власть. Вот такая модель. В такой модели просто не экономика не нужна, потому что голод является гарантией правления. Чекистов не трогают, потому что в России около 5 миллионов силовиков, всего в армии 1,9 миллиона. Так что, в принципе, чекисты в Северной Корее тоже справляются. И такую модель они хотят. Фронт им нужен как лезвие, поэтому на сегодня ничего не могут сделать, кроме того, чтобы перерабатывать это мясо и прикрывать это террором против гражданского населения, да? То, что видим в наших городах. Но это такой момент, в котором это тоже победа, потому что, смотрите, они могли это бы сделать зимой, когда удар был бы сильнее. Но победа украинского солдата заставила их сделать это сегодня. Сегодня, когда мы можем справляться, можем строить инфраструктуру, можем получить ПВО, противоракетную защиту и очень многие моменты, которые создают инфраструктуру для того, чтобы выдержать любые кризисы. G7 решило создать координационный механизм для того, чтобы справиться с этой проблемой. Так что в целом находимся в хорошем моменте. Конечно,
Это трагический момент, но необходимый для того, чтобы выйти на пространство мира, в котором будет стабильность, мир и возможность для украинского народа проявлять себя в лучших качествах. Дякую, пане Петре. Оптимістична оцінка, але ви знаєте, мені дуже страшно говорити про, навіть вимовляти фразу, ми знаходимося в моменті перемоги, це треба тільки оцінити і дочекатися її проявлення цього моменту, тому що ну зараз, от конкретно в моменті, дуже трагічні речі відбуваються під Бахмутом і Солидаром. І тому мені, наприклад, страшно такі речі говорити, але ви бачите не перспективу, і тому Андрій Бузаров, в який момент? Вы знаете, я человек очень приземленно оценивающий некоторые реалии. Я сам выходец из Донбасса, и вы когда сказали за Бахмут, да, бывший Артемовск, за другие города, я сам сотрудничаю с фондом «Пострадавшие дети войны», являюсь волонтером этого фонда уже 6 месяцев. И сегодня в Покровске, бывшем Красноармейске, был обстрел одной из школ, где как раз часть нашего гуманитарного груза хранилась для нуждающихся, которые мы периодически передаем в Донецкую область, для того, чтобы передавать людям, пострадавшим от агрессии Российской Федерации. И как раз сегодня под обстрел попала эта школа, где хранился этот гуманитарный груз. Поэтому мы-то думаем глобально, но действуем локально. И я думаю, что украинцы, все украинцы и наши друзья, поляки, литовцы, они тоже думают глобально, но действуют локально. Кто-то как журналист, кто-то как волонтер, кто-то на фронте защищает территориальную целостность, кто-то повар. И вот эта новая социальная роль каждого украинца, она, мне кажется, изменяет мир и Европу в том числе. И вот отвечая на ваш главный вопрос, где мы находимся, я думаю, мы находимся в эпицентре глобальных изменений и трансформаций. Мы, это Украина, Польша наш союзник, и те страны, которые... Так, пане Андрію, ми чекаємо. У вас міг бути дзвінок зараз, і це перебиває дуже часто. Але ми чекаємо вашого повернення. Так. Ну, пан Петр з нами, я сподіваюся. Так. Ага. Так, ми дочекаємося зараз пана Андрія. Давайте, може, тоді наступне питання поставимо. Андрій почав говорити про те, що змінився от світопорядок. Та? Це така головна тема, над якою ми сьогодні міркуємо. І оця зміна світопорядку, пане Петре, давайте такими великими мазками, та наскільки змінився і що саме змінилося? Ну, змінилася проста система, да, просто дуже сильне укріплення Сполучених Штатів, тому що українська перемога над Росією показала, що цієї країни як субъекта мировой политики больше нет. За это идет падение всех, которые на Россию ставляли ставки. Идет падение авторитарных систем, и это будет ждать нас цеп революции. Да, которые, в которых просто народы, которые до сих пор отчитывали вперед диктаторами, будут заставлять власти отчитываться перед собой. Дальше. Идет понимание. Что? Пару стран, про которые вы сейчас говорите. Ну, смотрите, если смотрим с момента распада Советского Союза, посмотрите, это с одной стороны Ирак, да, Сирия, Либия, сейчас Россия, может быть Иран, вероятно, да. Просто это диктатуры разного типа, но которые будут вынуждены или жить отдельно в изоляции, я считаю, так будет с Россией, или просто будут меняться, вот, потому что доктрина американская, новая доктрина, основана на концепции friendshoring, концепции, которая предусматривает доступ к технологиям современным только для демократических, стабильных, ответственных стран. Потому что вывод, который был сделан, был такой, что передавать технологии авторитариям, это просто опасно.
что показала Россия. Ну вот, это глобальный. Просто укрепление Соединенных Штатов это самое, самое важное. Просто я верю в то, что мир, к которому идем, это будет мир, останется миром монополярным, реформированным, но монополярным. Пан Андрій, ви вже повернулися. От можете підхопити якраз пана Петра щодо монополярний світ і все ж таки біполярний світ. Тому що ну, Китай сподівається, що світ буде біполярний все ж таки. Я прошу прощения за то, что связь прервалась. Не так-то просто интернет найти, когда ты в дороге. Но главную мысль, которую я хотел донести, я полностью поддерживаю польского коллегу и вас тоже в вашем анализе, это то, что мы находимся в эпицентре геополитических изменений. Болезненно для Украины, для всех нас, очень болезненных. Я бы не хотел таких изменений 7 или 8 лет назад, но так получилось. Россия приняла решение начать чудовищную войну против нас. Впервые за 70 лет мы видим последствия вот этой войны в двух, по сути, важных направлениях – экономика и политика – сразу. Все мы помним Карибский кризис начала 60-х годов, и все мы помним экономический кризис, нефтяной кризис 70-х годов. Тогда Карибский кризис мог привести к ядерной войне, а нефтяной кризис привел к изменению цен. Сейчас происходит все в одном лице. Тенденция или угроза ядерного возможного ухудшения ситуации или атаки со стороны России и экономический кризис. Такого никогда не было. Поэтому Украина, что бы ни говорила российская пропаганда об том, что мы там средства внешней политики каких-то стран или мы объект там, внешней политики, мы субъект. Мы субъектом стали в феврале 2014 года активным и стали еще более активным игроком на международной арене. И наши партнеры, еще раз подчеркну, как международный обозреватель, я себе могу позволить это сказать, у нас не так-то много друзей на международной арене. У нас есть страны, которые проявляют солидарность, я до сих пор как международник не могу понять, в чем суть этого слова. Есть страны, которые нейтральны, это вообще непонятно мне как международнику, как можно быть в нынешней ситуации нейтральной или нейтральными. И есть страны, которые еще не определились. Вот это большая часть мирового сообщества. Сюда относится Ближний Восток, сюда относится Юго-Восточная Азия, сюда относятся частично страны Африки и Латинская Америка. Вот это наиболее интересное направление с точки зрения их анализа и действий. Потому что США, Китай и Россия сейчас пытаются и в этих точках усилить, скажем так, свое влияние. Да, США наш союзник. И мы учитываем внешнеполитические интересы США по многим вопросам, как и США учитывают позицию Украины по многим вопросам. Поэтому я думаю, что ситуация поменялась, и геополитические расклады другие. Это не сирийская война, это не ливийская война, это даже не распад Югославии. Это гораздо более серьезный триггер, как говорят американцы, то есть это уникальные последствия для всего мирового сообщества. И я думаю, что мы только в самом начале этих всех глобальных трансформаций. Пока еще рано говорить о том, что будет завтра. Панове, перед тем, как перейти поговорить про конкретные регионы, хочется все ж таки поговорить, чому саме Украина запустила процессы, відлуння яких чутно, да, практично по всьому світу. Процитую відомого Тімоті Снайдера, американський письменник, історик, професор Єльського університету. Він говорить, Україна знаходиться в центрі багатьох речей, які ми вважаємо історичними. Україна в центрі Першої світової війни, Другої світової війни, Голокосту, сталінських репресій, в центрі розвалу СРСР. Вона опиняється в центрі великих історичних подій, але саме через те, що вона знаходиться в глибині, в самому центрі, її так важко помітити. Чому, власне, події в Україні зараз мають таке потужне відлуння? Да, будь ласка. Да, продолжу. У Тімоті Снайдера є дуже хороша книга. Саме главная его книга, благодаря которой он стал известен, это книга, которая называется «Европа между Сталиным и Гитлером». Вот в этой книге вся суть геополитики заложена начала 20 века. То есть Снайдер пытался донести всему сообществу мировому, что Европа, в том числе Украина, находится постоянно между каких-то двух огней, двух групп геополитического влияния, в том числе и Польши. И Снайдер эту идею постоянно доносит и сейчас. Но он уже более это все делает в такой простой форме. Поэтому на сегодняшний день мы в силу географического положения,
в силу стойкости украинцев, особой формы самоорганизации нашего общества, гражданской самоорганизации общества. И многие другие причины мы стали, ну, мы не по зубам оказались российской военной машине. И эта ситуация заставила по-другому к нам относиться и наших же партнеров и друзей. То есть я же не могу сказать, что поляки нас не поддерживали последние 8 лет, или литовцы, или американцы. Нас поддерживали. Но эти страны изменили внешнюю политику свою из-за ситуации 24 февраля. То есть она стала более агрессивная по отношению к России и более четкая по отношению даже, может быть, к самим себе. И это заставило эти же страны, некоторые, которые еще не определились, да, у себя изменить некоторые политические подходы. Пример Германия. Шольц 9 месяцев назад и Шольц сейчас, канцлер Германии, это разные политики. И разное общественное мнение. Я был в Аугсбурге в Мюнхене 3 недели назад на конференции. Я вижу, как немцы относятся к Украине. Это тотально проукраинская страна. Тотально проукраинская страна. Хотя дух Меркель и Шрёдера еще летает. Но уже люди мыслят проукраински. Пане Петр, чому все ж таки ці всі зіткнення відбуваються уже більше сотні років на території України? Чому тут? Смотрите, ми знаходимося на середі європейської рівнини. Все. Все армії, всі війни, да, на цьому континенті проходять через нас. Хто контролює це пространство, контролює Євразію. Это один из законов, да, американской геополитической доктрины любых направлений. Смотрите, если, потому что смотрите с точки зрения Украины, но надо шире смотреть. Центральный пункт, я вам хочу напомнить, что самая большая крепость Жечпосполитой, это был Смоленск, который был 10 раз больше всех остальных крепостей. Потому что ключевой пункт, который как будто дает возможность выживания в этом сложном, на этой сложной территории. Я хочу сказать, что я не согласен с тем, что вы сказали. Просто надо смотреть так, что поддержка для Украины геополитическая, глубокая, это основа польской геополитики. Основа, абсолютная основа. Потому что она, мышление построено на предположении, что Польша и Украина, когда вместе, они непобедимы. Ни, потому что история это показывает, ни с востока, ни с запада. И здесь отношение, говорит, что отношение Польши, Германии было такое же, это же неправда. Смотрите, Германия строила северные потоки. Польша, как Украина, говорила, это нас убивает, перестаньте это делать. Отвечали, что это бизнес. Там сливались элиты. Польша отказывалась от сделок, даже очень хороших с Россией, потому что у нас страх был выше жадности. К сожалению, можно сказать, что в Германии и, к сожалению, в Украине жадность побеждала страх. Смотрите дальше. Россия и Германия с Францией вместе работали на выдворение Соединенных Штатов из Европы. Пришло к тому даже, что просили Соединенные войска Соединенных Штатов убираться из Европы. Польша открыла им пространство. Смотрите, очень много других моментов, которые просто, это очень много моментов. И говорить, что такая же политика, это большое заблуждение. Кроме того, что хочу сказать, что если смотрим сегодня на реальную поддержку, тоже нельзя в один мешок вкладывать. Потому что если бы Германия, учитывая, например, ее потенциал, так помогала, как Польша, на сегодня должна уже Украине передать около 60 миллиардов евро. Если бы помогала так, как Латвия,
должна передать около 150 миллиардов евро. В КИЛ есть институт, который анализирует эту помощь. Польша отдала все танки и так далее. Просто это наша война, наша. И здесь позиция старой Европы и стран, которые знают, что это рашка, что, что бы они ни делали, всегда заканчивается войной. Те, которые это помнят, ведут себя по-другому. Если вы говорите про позицию Украины, тогда у нас всегда был ужас, когда видели, как вы издевались над собственной государственностью. Просто. Чего бы не тронуться, да, везде договорняк, воровство, взятки и так далее, и так далее. Просто. Это с той стороны надо взять эту вину на себя, потому что тот, кто себя так ведет, это очень рискованный партнер. И не стоит выходить с идеологией, да мы да вам, потому что таким образом, несмотря на то, что люди гибнут на фронте, эта война будет проиграна, потому что основа победы в этой войне – это сделать правильные выводы. Сегодня суверенитет Украины держится на законах военного времени, потому что если возвращаются законы мирного времени, конституция, тогда суверенитета нет. Какие полномочия президента? Где? У кого координационные возможности координировать работу системы? Премьер-министру не подчиняется министр, министру не подчиняется его заместитель, шеф агентства и так далее. Украина по своей конституции на сегодня работает как супермаркет, где каждая касса сама по себе, сама себе на уме. За линией этой кассы просто никто не берет ответственности за то, что в этом супермаркете. Есть там хлеб, есть там гречка, есть там лекарства. Этого нет. За линией касс стоит линия силовиков, которые мзду собирают с тех воровства, которые на кассе. А президент, если что-то ему нужно, должен привлекать или силовиков, или судей, пугать или коррумпировать, чтобы чего-то добиться. Кроме того, суверенитет – это ситуация, когда идут премьер-министру, идут президенту, чтобы о чем-то договариваться. С Украиной все происходило на уровне КАС. Все решалось на уровне КАС. Хотите решить вопрос, импорта зерна? В нормальных условиях решаете это с таможниками или там, с заместителем таможни, и все решено. 8 миллионов гектаров в стране, которых нигде не учтены, где просто продукция шла, еще добивались НДС отбивать. Ну, просто смотрите, это все видно со стороны. И эта война – это счет за издевательство. Просто это надо понимать. И вставлять, что вот мы такие хорошие, да, все плохие, это не так. Далеко не так. Ну, пане Петре, дуже суворий діагноз ви виставляєте, да. І рахунок, звичайно, великий. І, ну, не можна з вами не погодитися, і можна тільки підписатися під кожним словом. І, звичайно, що там робота домашня нам ще попереду світить після перемоги. І, як ви кажете, якщо не зробимо, то буде війна після війни. Але я в контексті, знаєте, чого сказала? Звичайно, що нам треба зараз провести таку реалістичну оцінку власних можливостей і потрібних ресурсів для того, щоб зрозуміти, ну, в якій ми точці в цьому плані. Але я б хотіла з вами от в контексті світової політики та і світового порядку ще торкнутися теми, от сьогодні Саліван сказав, та, про Україну, без України ми не говоримо. І ми, значить, залишаємося апологетами цього твердження. Ми слухали міністра Кулебу, міністра закордонних справ. Він також говорить, що наші партнери не примушують нас до переговорів з Росією. І от говорячи про, знову ж таки, повертаючи вас, пане Петре, і вас, пане Андрію, до теми сьогоднішнього ефіру, до світопорядку. Я хочу нагадати вам до війни, як це було. Пам'ятаєте, коли Меркель пішла, у Макрона було, ну, велике бажання стати європейським лідером.
Почалася війна, 8 місяців війни, і так лідерство в Європі захоплює президент Зеленський. Ну, це очевидний факт. І тут хочеться спитати, а після війни, чи ви бачите, які ви бачите перспективи, які ви бачите тенденції? Чи дозволять оці європейські тигри, якими вони були до війни, цьому лідерству відбутися по-воєнному, лідерству України, ну, в особі президента Зеленського? Я хотел бы подтвердить некоторые факты, которые сказал коллега, польский коллега в международном плане, и уточнить некоторые моменты, которые, на мой взгляд, важны для нас, для украинцев и наших партнеров. С точки зрения поддержки, я один факт назову, который действительно указывает на колоссальную поддержку, региональную поддержку балтийских стран. Подчеркиваю, балтийских стран. Я буквально недавно приехал из Литвы, где я был по гуманитарным миссиям, брал интервью у депутата Сейма Литовской Республики Лигиты Герцкьены. И я задал ей один простой вопрос. Лигита, у вас 141 депутат Литовского Сейма. У вас есть кто-то, кто против Украины, или кто воздерживается от голосования, или кто не хочет голосовать? Он говорит, Андрей, у нас таких нет. Да, мы... оппозиционные там где-то, есть оппозиция, есть провластные, есть экономические партии, блоки, фракции, но все голосуют единогласно по тем или иным вопросам поддержки Украины. Такая же ситуация и в польском Сейме, такая же ситуация и в тех странах, которые нас системно поддерживают, это балтийские страны. Когда мы говорим об старой Европе, или о западной Европе, или о южной Европе, то там очень часто те или иные вопросы поддержки Украины, особенно острые, нефть, выделение денег на обороноспособность, поддержку нашей страны или предоставление военной помощи, оно очень часто идет через определенную бюрократическую систему. Это связано с внутриполитической ситуацией. Там, в этих странах. Германия, Франция, о которой вы сказали, и другие страны. Поэтому ситуация в Украине заставляет вот эти страны Западной Европы, некоторые страны Западной Европы и некоторые страны Центральной Европы, быстрее определиться с кем они. Вот этого не было раньше. И эта тенденция появилась сейчас. И она уникальна и беспрецедентна. Мы все, украинцы, видим, кто привозит гуманитарную помощь. На Закарпатье, во Львов, что я работаю по всей Западной Украине, по Центральной Украине, на Донбассе. Я вижу, какие машины приезжают с каких стран. И мы все видим, насколько активно Польша в поддержке нас. Не нужно никому ничего это доказывать. Мы это видим. И мы уже это ощутили. Да, есть внутренние проблемы, о которых сказал польский коллега, но это не есть предмет моего анализа сейчас. Я хочу акцент сделать как раз на международную составляющую в контексте изменяющихся миропорядка. И вот эти тенденции, которые мы с вами сейчас обсуждаем, для любого гражданина Украины, или международного обозревателя, или журналиста, или таксиста даже, который изучал работы Бжезинского, земляка нашего польского гостя, и работы Фридмана, Тимоти Снайдера, они не являются, к сожалению, открытием. То есть вот эти тенденции изменения миропорядка, которые сейчас происходят, об этом говорили еще в начале 90-х годов. Вопрос другой. Никто из выдающихся умов геополитиков не мог и не смог и не сможет сейчас спрогнозировать, чем закончится нынешняя ситуация в геополитическом плане. Победа Украины, конечно же, это очевидно для всех. Это уже все поняли в начале марта. Но к каким трансформациям приведет нынешняя ситуация, сложно сказать. И Китай, который является, наверное, сейчас одним из главных игроков в экономическом плане, который еще не определился, с кем ему быть. Либо с Россией в военном плане, либо с Европой и США в экономическом плане. Он для себя, на мой взгляд, еще не дал четкого ответа. И мы это не услышали в рамках 20-го съезда Компартии Китая. То есть пока ситуация подвешена. Пока все вопросы еще остаются открытыми. Я хорошо помню 19-й съезд Коммунистической партии Китая в 2017 году, на котором я был в качестве международного обозревателя. Точно так же вопросы, которые касались Тайваня, экономики, США там и так далее, точно так же обсуждались, но ответы на них никто не давал. Си Цзиньпин тогда говорил, мы должны дружить со всеми, кто видит нас партнером Китая. Поэтому Китай, при всех его неоднозначных кульбитах, он еще не сказал последнего слова ни по вопросу Украины, ни по вопросу Тайваня, ни по поводу своих взаимоотношений с Россией и США.
Я на 95% уверен в том, что США и Китай найдут точки соприкосновения по экономическому блоку вопросов в ближайший год-два. Это все зависит от желания, скажем так, американцев и китайцев договориться. И я думаю, что это очень серьезно изменит российско-китайские отношения, на которые так надеются в Москве, что вот Китай наш союзник, это наш друг там и так далее. Китай друг Китая. Это фундаментальный принцип. Про Китай ще поговорити. Лідерство в Європі. Давайте от спочатку тут біля себе розберемося, біля дому. Я один момент по лідерству в Європі скажу, щоб передати колезі слово. Значит, ми всі привикли к тому, що в Європейському Союзі, ну, по крайней мере, у нас в Украине некоторые журналисты, эксперты, обычные граждане считали, что есть кто-то, кто представляет Европейский Союз. И, кстати, когда был первый этап военной агрессии России против Украины в 2014 году, Германия и Франция были официальными уполномоченными Европейской комиссии и Европейского сообщества на посредничество в нормандском формате. Европа дала мандат этим двум странам, чтобы они участвовали в нормандском формате. И они участвовали. И для нас была Меркель как олицетворением позиции многих, не всех, многих европейских стран. Вот сейчас, к сожалению, для Европы, еще раз подчеркиваю, для Европейского Союза, я не вижу ярко выраженного одного лидера, который бы определял мнение всех европейских стран. Я вижу попытки Макрона, Шольца и новоизбранного премьер-министра Британии занять эту нишу. Вот именно нишу лидера Европы, не Европейского Союза. И борьба в ближайшее время будет обостряться. А Зеленский, пане Андрію, хіба він не лідер Європи? Зеленский лидер Украины, партнера Европейского Союза и НАТО. Украина на сегодняшний день партнер Европейского Союза и НАТО по многим вопросам. И мы кандидат официальный на вступление в Евросоюз. Как мне сказал депутат Европарламента от Литвы, которая тоже брала интервью, Лиза Шмажилис, он сказал, вопрос вступления Украины в Европейский Союз – это лишь вопрос времени. По НАТО он так не сказал. Почему? Потому что в НАТО внутри нет единой позиции по поводу Украины, к сожалению. Да, есть активность Польши и Румынии, которые подтверждают готовность голосовать Украина за вступление в НАТО, но, к сожалению, ключевые игроки НАТО для себя еще не решили, видят ли они Украину в НАТО или нет. Поэтому этот вопрос пока остается открытым. Я точно могу сказать, что идея Черноморско-Балтийской оси, о которой говорили много лет, о которой говорят поляки, литовцы, это для нас в ближайшие 3-5 лет будет очень важным внешнеполитическим союзом. То есть союз, о котором говорят 100 лет, от Балтики до Черного моря, куда бы вошли балтийские страны или ореола Балтии, включая Швецию, Норвегию, Финляндию, соответственно, понятно, Польша, Словакия, которая нас активно поддерживает. И, кстати, в списке стран поддержки она занимает 8 место. Польша первая, страны Балтии в пятерку входят, США, понятно, второе или первое место, Португалия, куда недавно, ездили наши представители на высокого уровня, и Словакия в том числе, и Румыния уже становится нашим активным партнером. По сути, выстраивается единый пояс, вот он очень хорошо виден, от Балтики до Черного моря, по сути, до молдавско-румынской края с морем Черным, и это очень четко прослеживается. Фактически это щит Европы от экспансии России внутрь Европейского Союза. И Украина здесь играет ключевую роль в этом щите. Если нет сильной Украины, нет щита. Не могут страны другие построить такой щит без участия Украины. А Западная Европа, которая остается за этим щитом, она будет искать для себя два варианта. Либо каким-то образом выстраивать отношения с Россией, минуя Черноморско-Балтийский коридор, либо присоединяться к нам, выстраивать отношения с Черноморско-Балтийской сетью, где главные игроки – это Польша, естественно, как наш главный партнер, и Украина. Поскольку попытка отрезать России нас от юга, от моря, увеличила ценность портов, морских портов в Литве, Клайпеда, и Гданьск, Польша, откуда мы импортируем очень много, экспортируем туда достаточно товаров. Поэтому экономические отношения уже внутри Европы меняются.
И мы в данной ситуации, украинцы и поляки, мы в данной ситуации выступаем законодателем нового союза Черноморско-Балтийского, который, я уверен, в ближайшие несколько лет будет сформирован как важный субъект геополитических процессов. Говорячи про цей пояс безпеки, панове, ми б хотіли зауважити, що не така вже єдність є в Європі щодо цього. І, наприклад, така країна, як Угорщина, вона псує всі результати європейської єдності. І ми навіть підготували блог, який би мав би стати таким сигналом угорцям та принаймні нашим угорцям, українським, а вони там нехай передадуть своїм родичам, що називається, через одне рукостискання. Та, що ми дуже хвилюємося, насправді, про позицію Угорщини, і нам немало важливо те, як вона буде виглядати вже наприкінці війни. Так що треба трошечки вже розвертатися, визначатися і бути все ж таки з переможцями. Що єдності в Європі нема, зокрема, тому, що Росія активно воює і працює над руйнуванням цієї єдності, максимально, зокрема, піднявши свою агентуру. Дуже хочеться поставити останнє питання, оскільки у нас 10 хвилин всього лише. От скажіть, можливо, давайте зупинимося на таких стратегічних кроках, які має зробити Україна, і наші партнери, і світ, будемо називати це так, для того, щоб Україна закріпилася в своєму статусі лідерства і створила навколо себе таку парасольку безпеки, для того, щоб там наступні кілька десятиліть, будемо говорити так, попрацювати на себе, на свій добробут, на своїх людей, збільшити обороноздатність, і зробити все можливе і неможливе, щоб убезпечитися від Росії. Да, які уроки для тебе Україні для цього треба вивчити, аби це все реалізувати? Про що Наталя сказала? Я просто хочу сказати, що дуже сильно согласен з тим, що Наталя сказала про лідерство України і використання авторитету президента Зеленського. Він сьогодні є одним із самих сильних політиків на землі, який в состоянии впливати на ход виборів. Потому что в демократических странах это политики подчиняются мнению людей. И когда симпатии на стороне Украины, тогда даже элиты, которые могли бы хотеть из-за жадности бизнеса вести себя по-другому, да, заставлены прислушиваться. И здесь на самом деле считаю, что симпатия, которую на земле собирает президент, она является серьезным политическим капиталом, и его голос, его симпатии, его поддержка или отсутствие этой поддержки, да, может влиять, поэтому это серьезный капитал. Эта война идет, и здесь то, что господин Андрей раньше сказал, что типа будет здесь в центре Центральная Европа, да, а Старая Европа будет пытаться с Россией договариваться. Это, с моей точки зрения, означает, что мы эту войну проиграли. Потому что выигрыш в этой войне – это выброс России как актера европейской политики вообще ноль. Ноль России в Европе – это условие победы в этой войне. Потому что если Россия останется как актер в европейской политике, тогда поймите, что в России есть все, что нужно Старой Европе, в Старой Европе есть все, что нужно России. И под нашими ногами, над нашими головами все самые важные концы они свяжут. Просто инструментом для этого вот что надо делать. Надо выстроить высокую стену санкций на 20-30 лет. То, что я предлагал и сейчас внедряем, это программа обращения к России за добровольной сдачей ядерного оружия и прикрепление к этому санкций. И так долго, когда хотят держать добровольно ядерное оружие, пожалуйста. Но если хотят вернуться в цивилизованный мир, должны это оружие сдать. Просто Россия употребляет ядерное оружие в этой войне. Просто Украина вынуждена воевать как боксер, которому связали ноги, одну руку,
и воевать с тем, у которых нету никаких пределов. Это просто, я это раньше говорил, это пьяный психопат с ядерным оружием, который вбивается в двери соседей, потому что посмотрите на границы России. Все соседи раньше или да, переживали все это. Все. И это условие. Поэтому считаю, что стоит также посмотреть на русских. Критерием для того, чтобы отделить хороших русских от нехороших, опасных русских, надо им ставить два вопроса. Первый вопрос. Чей Крым? Второй вопрос. Ты за то, чтобы сдать, чтобы Россия сдала ядерное оружие. Это должно быть публично. Если человек публично это признает, его можно считать нашим союзником. Если он второй фактор отрицает, значит он наш противник. Потому что ядерная кнопка в Москве означает, что будет один царь, вокруг него чекисты, и только вопрос времени, когда накопят ресурсов, чтобы снова ударить по соседям. Чтобы покончить с этим один раз навсегда, и чтобы Россия, Московия, потому что я не верю, что они будут в состоянии сохранить систему колониальную, потому что с моей точки зрения Россия — это колония Москвы, где 80% ресурсов собирается, а все остальное — это просто второй, третий, четвертый сорт, которая в своих войнах употребляет геноцид по отношению, например, к бурятам, к татарам, к народам Кавказа. И этот момент считаю ключевым. Считаю, что Украина должна возглавить это движение. Это очень миролюбное движение, ориентированное на благополучие русских семей в будущем. Потому что каждый, кто понимает, что не хочет, чтобы его дети, внуки гибнули на очередных войнах, должен это поддержать. Это предложение. Да. Вот. И считаю, что стоит прежде всего заняться воссозданием государственности украинской. Потому что на конституционном уровне, да, она не существует. Просто это фасад, и просто это будет блокировать. Должны возникать институты. Должны быть созданы... Пане Петре, давайте так, давайте зробимо такий маленький спойлер. На моєму YouTube-каналі, на YouTube-каналі Наталі Мосійчук, буде бесіда. І от, зокрема, пан Петро буде там брати участь. Ми будемо говорити про зміни на такому державному рівні для того, щоб посилити... власне, державність. І, ну, давайте вже оголосимо, що вівторок глядачі вже можуть шукати на просторах Ютубу цю бесіду. Ми обов'язково торкнемося і цієї теми. Пане Андрію, до вас питання. Кілька стратегічних кроків для того, щоб Україна посилилася і продовжувала бути суб'єктом, утримувала оцю свою суб'єктність. Дві хвилинки буквально залишилось. Жаль, що мене теж не пригласили на дискусію, ну ладно. Я шучу. Я понимаю, что эфирного времени немного, я очень четко сформулирую принципиальные вещи. Да. Я хочу сейчас говорить как гражданин Украины, который разбирается немного в международных отношениях. Первое. Президент Зеленский будет продолжать выстраивать мощную мировую антипутинскую коалицию. Кто к ней присоединится, кто нет, зависит от тех стран, с которыми мы общаемся. Во-вторых, выстраивание этой коалиции приведет к созданию Черноморско-Балтийской оси. Щита Европы. Щит Европы заставит страны Западной Европы определиться, с кем они. Да, кто-то будет пытаться договариваться с Россией, но это не будет означать, что они договорятся с Россией. И в-четвертых, да, действительно, у нас есть внутренние проблемы. Мы это все прекрасно понимаем. Но эти процессы, которые сейчас происходят в мире, они и влияют и на нас. И у нас продолжается большими темпами строение политической нации. И вот эти все рудименты, которые есть, связаны с коррупцией, они меня очень сильно не устраивают.
очень сильно не устраивает. И не устраивали последние лет 30, наверное, в Украине. Но в процессе строения политической нации, основой которой является гражданское общество Украины, которое сформировано, и оно было сформировано, и оно было одним из главных факторов противодействия агрессии. Я же занимаюсь волонтерством не потому, что меня кто-то попросил, а потому что я начал так делать. И так миллионы украинцев начали делать по всему миру. Вот это фундаментальная основа строения политической нации. Это я говорю как кандидат философских наук. Поэтому все проблемы внутренние, они уйдут медленно в процессе формирования политической нации. Это очевидный процесс. И поляки этот процесс проходили в 80-х и 90-х годах. Я это очень хорошо помню, когда был маленький. Мы помнитаем это все. Да. Ну що, закриваємо супермаркет, домовляємося, та після перемоги. Це наше головне завдання зараз. Але в цій розмові, як і всіх тих розмовах, які ми ведемо весь цей час, маємо сказати, тут навіть три крапки ми ще не поставили. Ми тільки починаємо формувати оцей пакет задач і усвідомлення, чому ми маємо вчити ці уроки. Так. Спасибі вам величезне. Да, пане Петро. Дякуємо. Дякуємо, друзі. Дякуємо. Петро Кульпа, директор програми школи міністрів Київської школи державного управління. Колишній заступник міністра економіки Польщі, варто сказати, звичайно. Ну і Андрій Бузаров, міжнародний глядач, були з нами сьогодні протягом цієї аналітичної години, за що ми їм дуже вдячні. Бережіть себе і Україну. Дякуємо. Спасибі за дуже цікаву і дуже корисну розмову. Обов'язково її продовжимо.